Итак, самое доброе утро. Аэропорт вот там вот за этой штукой не видно. Солнце такое красное. Ладно, с другой стороны сниму. Если сниму. Пошли, чек-ин. 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 Пошли. Где мой фронтир? Мы немножко проскочили. Мне придется назад чуть-чуть идти. Людей немного. Никого вообще нет. Дома навалом маск. Одну вроде взяла, но забыла. Нету маски. Придется мне купить. Не знаю, сколько она тут стоит. И сколько же она тут стоит? Ну, где ваша цена? Пошли. И вот наш аэропорт. Но это с другой стороны. Вот какое классное. Каталка какая. Супер. Кеннеди Спейс Центр. Орландо Маркет. Да, мне придется все-таки туда идти. Все мне дал дядечка. Охранник дал мне маску. Я поставила свою карточку. И никак не могла. Пробила аж 40 этих долларов. И никак не могла ни одной маски получить, когда она стоит 7,50. Короче говоря, мне помог дядечка. Так, куда же я иду? Забрали мой крем для лица, целую новую банку, упаковку. Так жалко. Я что-то тоже не подумала. Вручную кладь. Это, вернее, даже не ручная кладь, это просто сумка. Ах, бляха-муха. Ладно, пошли. Придется мне там купить какой-то крем. Так, на выход нам не надо. И пошли на вагончики. На выходе нас сейчас вагончик привезет на посад. Поехали. Next stop is 1 through 20. Please stand clear of doors and hold on to handrails. The doors open wide. This is an unprecedented challenge upon Bluewater and New York City. Все, мы приехали. Пойду кофеечка попью. Даже, может быть, что-то перекушу. Нет, уже в Денвере что-то перекушу. Вот он. Спирит стоит. Уже все. Please stand clear of doors and hold on to handrails when the 8 p.m. stops. Гейтс. У меня гейтс вот 24. Не могу я в этой маске без шоу, если честно. Так, смотрим, где мой гейтс. 31. Так, туда, туда, туда. 1,9 сюда. 10,19 сюда. Значит, мне куда-то вот туда. Там можно перекусить. Ну, понятно, есть я не буду. Есть мне вообще никак не хочется. Красотень какая. Вот они, 20-29. Ну, мне еще рано идти. Это я прогуляюсь по магазикам. А вот и Starbucks кофе. Не, я не буду. Я с утра выпила чашку кофе. Я надеюсь поспать. В самолете мне будет лететь 4 часа. Какая очередь на Starbucks кофе, не. Итак, смотрим количество туалетов. Именно вот, ну, на подходе, на посадку самолета. В самолет. Сейчас их будет штук, наверное, 6. Dior пошел. Дитис Рестор закрыт. Это Spirit, я знаю, вот люди сидят, ждут самолета, посадку. Что у нас? Все еще закрыто, потому что очень рано. Потому что еще совсем рано, еще даже 8 часов нет. Где-то 7.30, наверное, сейчас. Это мой этап. Это мой этап. Еще. Я оделась, потому что в самолете холодно. Вот еще один туалет. И там должен быть еще один. Далеко я ушла, 25. Где мой 24, 23. Вот на такое вот крыло два туалета громадные. Это я попала в туалет. Женщина пошла для инвалида. Специальная кабинка. Чистота, красота. Вот это подстилки для садиться. Понятное дело, туалетная бумага, тут полотенце. И очень вкусная. Фронтир. Вон я полечу, вот Орландо. И вон
в Лас-Вегас он идет. Он летит на Лас-Вегас, но становится в Денвере. В Денвере я выйду. Все, пошли. Ну все, через час я вылетаю, даже меньше, через 40 минут. Все, люблю, целую, пожелайте мне удачи. И пока, пока, пока. Я подошла на паспортный контроль. Подхожу, закрываю. Она говорит, нет, откройте. Паспорт мы с собой не берем. То есть, видите, нам достаточно иметь водительское удостоверение, и по нему мы летаем даже, можно полететь по водительскому удостоверению, даже можно полететь на Гавайи. Вот так вот. Так что паспорта, в принципе, многих американцев даже паспортов за всю жизнь нет, если они не вылетают куда-то за границу. Все, пока.